не случайный выбор. А я бы хотел пригласить сюда Федора Сергеевича, не Тимура Бекмамбетова. Вот, не знаю, что говорить. Я действительно не Тимур Бекмамбетов, но с радостью представляю его картину, за его работу переживаю, желаю ему удачи. Он с нами на Зуме. Тимур срочно вылетел в Лос-Анджелес, но он с нами. Здрасте, Тимур, давайте мы вас развернем. Здравствуйте. Вот, картина снималась и на Ленфильме в том числе, поэтому мы, там нет логотипа Ленфильма, но база производственная была Ленфильм. Чем, за что мы вас благодарим, дорогой Тимур, и передаем вам слово. Спасибо. Спасибо, спасибо, Федор. Я очень благодарен вам всем за то, что вы выбрали наш фильм для того, чтобы отметить этот замечательный юбилей. Вся моя кинематографическая жизнь связана с Ленфильмом. Я там снимал свой один из первых фильмов, назывался он «Гладиатрикс», когда-то очень давно. Я там снимал все свои клипы музыкальные. И вот в прошлом году мы снимали фильм «Девятаев», который сейчас идет в кинотеатрах. И я думаю, вам будет очень-очень интересно его посмотреть. Кому-то, может, еще раз, потому что он уже был на фестивале московском на открытии. Ленфильм для меня — это... В общем-то, история, время, моя жизнь. И я очень желаю, чтобы студия развивалась, и чтобы это был не последний мой фильм, сделанный в Петербурге. Очень надеюсь, что не только я, что многие из наших молодых кинематографистов найдут себе новый дом и также проведут всю свою творческую жизнь на Каменном острове, в этих замечательных павильонах и замечательными командами, которые обычно всегда бывают у нас. Чем я могу быть полезен? Я буду очень рад участвовать во всех процессах, которые происходят на Ленфильме. Так что зовите и до встречи. Я желаю вам всем хорошего просмотра и буду очень рад услышать ваше мнение о фильме, как зрителей очень серьезных и бескомпромиссных. Спасибо вам большое. Всем особенно спасибо Федору за то, что он так хорошо меня представил. Всем нам желаю удачи. Спасибо большое.